Мы нормально покатались. Ребята, всем привет. Сразу скажу, что в видео была фраза о том, что я расскажу в конце видео полностью смету всего УАЗа. Я решил сделать проще. В этой серии мы покажем, что он может, а в следующей серии мы покажем полностью технический уже влог, как он собирался, что туда вставлялось, ну и какая смета получилась, откуда вообще цифра 1 000 000 рублей. Мы отправились на ту же трассу, где тестировали 200-ку, и посмотрим, что может подготовленная супермашина, ну, против, получается, стоковой 200-ки. Ну, как-то так. С собой мы взяли ребят, которые собирали этот УАЗик, и вот такого друга, который заряжал все наши телефоны, камеры. И вообще этот пауэрбанк на 40 тысяч миллиампер. Это внешний аккумулятор с розеткой 220 вольт. И здесь есть два выхода USB, один выход Type-C. Если ночью, не дай бог, какая-нибудь шляпа случилась, всегда есть фонарик с двумя режимами, которые нормально светят. В общем, незаменимая штука в походах, незаменимая штука на рыбалке. Да и вообще, если в машину кинуть, то это зимой при наличии зарядного устройства можно использовать как пускач. В общем, охренительная штука. Все ссылочки на нее, естественно, будут в описании. Интерстеп красавчики. Хоть он мне очень нравится, давайте по старой традиции мы его разыграем. Все просто. Быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и написать под этим видео абсолютно любой комментарий. В конце следующего ролика мы его разыграем и счастливчику едет вот такой вот охренительный. Пауэрбанков даже не называть. Такая зарядная станция. Если у вас нет желания ждать, все ссылочки, естественно, будут в описании. Вы можете купить прямо сейчас. Ну а сейчас приятного просмотра. Какая-то такая супер знакома странная ситуация. Ребят, давайте мы перед тем, как мы начали, сразу лайк поставьте. Это будет жестко. Снимку, поэтому вы просили вас предупреждать, и я это буду делать. Мне кажется, у нас второе видео подряд начинается с вашего сервиса. Да, если это видео также выстрелит, то в вашем сервисе, возможно, есть успех, может, и не надо переезжать. Уже купил. Если вы помните, у нас был УАЗ, в который мы все вкладывали, что-то переделали, потом мы отдали Паше, и Паша его просто сделал. В общем, сегодня у нас будет маленький тест. У нас появилась передняя блокировка, у нас появился шноркель, и гидроудары нам не страшны. Но зачем это рассказывать, если можно это показывать? Вот так ты не упадешь. У нас 10 сантиметров проставка. Самое главное, дисковые тормоза. В общем, в конце серии по деньгам все расскажу, что получилось. Но сначала проверим, как это все работает. Переднего блока. И внутри не поменялось больше ничего. И это, в принципе, радует. Потому что я был против, чтобы меняли руль. Я был против, чтобы меняли вот эти замечательные, неудобные кресла. Иронично то, что в прошлый раз 200-ка отсюда же начинала тоже. Ну что, у нас новая коробка, у нас новое все. Надо потихонечку, аккуратненько его. Опа! Ну ничего себе, здесь компрессор, можно по нему гудок вставить. Здесь все можно. А... Все, как новенькое вообще, а? Да. Ну что, погнали? В общем, именно с этого момента начинался у нас прошлый оффроуд. Здесь 200-ка заезжала, но поскольку мы на УАЗике, тем более в высоком УАЗике, мы поедем, естественно, здесь прямо. Должно вроде все быть хорошо. Самый после оффроуда вообще не были, когда на фабриках ехали. Это вообще просто всего такого. Я УЗК взял с собой. Все вообще. Знаешь, самое главное, красиво проехал. Ребятам удобнее там?
маленькая юрка, и просто практически за один раз. Да, вот так она взяла и проехала. За один поворот. Замечательно. Поехали дальше. На одном очке, видишь, как мягко едет относительно. Сейчас мы попрыгали здесь. Прямо, прямо, куда ты поехал? Прямо, человек правее, что ты? Я не знаю, почему ты со мной. Только не прыгай, это у тебя рессоры, блядь. Ты, все, ладно, всем хочешь ты? Я не могу держаться. Я не ухо. Да, да, вот тут 200 только едешь спокойненько. Не, смотри, наша нормальная вообще без дома. Но что-то подробно. А чё так хорошо проходит-то? Слушай, вообще не парится так по этому поводу. Ты заметил, что он просто не парится и все? Вообще на изи, просто вообще. Васик. Давай. Малыш. Опа, зацепился. Ну это не страшно. Все, реально начинается спокойно. Вот так, по лайку. Именно, знаешь, хочется во все самое тяжелое, где мы двушки прямо притормаживали. А-а-а. Здесь хочется просто ровно идти. И, ну, нет, пока круто, пока реально все круто, я доволен. Проезжаем на 200-ке там в прошлый раз. Но так как у нас теперь УАЗик, мы... Нам ничего не жалко, и мы будем снимать. Давай, Жека. Нормально, давай. Медленно, медленно. О, давай, о. Опа, все. Сейчас, погоди. Так. У нас тут лужа. Медленно, уверенно. Очень спокойно. Вот слишком спокойно. Девайсик, ты не поехал сюда.
Аккуратненько. Здрасте. Все нормально? Да, радио доходит. Все нормально? Все нормально. Ничего не произошло? Я вас узнал. Да? Да. Приветствую. Ничего плавает? Колесо не пробил? Да нет, нам сейчас рулевую привезут. А, ну первый раз получилось. Все нормально. Понял? Ну все, ладно. Хорошо, давай, удачи. Походу, он хотел тоже маршрут проехать. Такой, а я вас сразу узнал. Я вас узнал. Это вы те два дебила, которые я. Все, да, да. Ну что, с вами все получилось? Ну что, бля, веселуха будет? Ты тоже сюда едешь? Так непривычно, столько проехали, а я еще чистый. Да, причем еще в голубой. Он готов к погружению, на самом деле. Так, мы, короче, что сделаем? Он поедет тут, он застрянет тут. А для того, чтобы быть ближе к нему, если что, лучше на эту сторону. Он застрянет, 100%, я прям уверен. Это уже как бы, ну, бах, и, как говорится, не ходи. О! О! Давай, 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 крути, крути! Крути, крути! Крути, крути рулем! Крути! Давай! 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 Вылетело! Стоп! Все, все, все! Жека, все! Вперед! Не-не-не, езжай, езжай, езжай! Открой двери! Ты же выезжал! Ты же выезжал, вроде нормально было! Вылетел, эй! Передача! Передача! Но он не ехал! Вот, вылетело, вылетело. Нет. У меня сцепление сдохло. Оно не может сдохнуть, ты воткни вот эти. Сцепление не работает, все. Это классика. Да? Конечно. Потому что если бы сцепа, то у тебя передачу ты бы поставил, ну, заводил бы, поехал бы. Нет. Нет. Понимаешь? Нет. Я не поймаю и не буду ловить. Давай вот тогда сюда прям хорошо кинь. Сюда кинь прям. Кто его так крутит, блин? Не, он не разбился. Да, он не разбился, просто он ребром сюда вот так попал. Кто его так швыряет? Его надо так кидать. Да, да. Открой дверь, пусть выливается вода.
Куда? Я направо руль? Я не вижу под водой колесо. Не видно куда? Туда, сюда? Направо, 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 Жек. Еще чуть-чуть. А, все. Все! Постой! Просто проскальзывает диск. Думаешь, поставить тебе получится? Может, в прошлый раз нет. В прошлый раз нет? Вода вылетает нормально. Даже это сцепа, да? Смотри. Она коричневая вся в говне. Вон, я диск проворачиваю. Просто дерьма набилось. Видишь, да, я пальцем диск проворачиваю. На самом деле, в принципе, можно снять коробку. Я в гараже на прессе нажимал. И корзину воздух не вырывал. Ну, воздух у нас есть. Закатить в лужу, его завести, нажимать на сцепление, чтобы вымылось дерьмо оттуда. Только это если это не палка. Если палка, она не размокнет. Она выжимается вот так, видно, что отходит? Чуть-чуть вообще. Но обратно не заходит. А, ну тогда можешь только помочь реально. Но здесь сразу глубоко, вот здесь. Блин, ну это печально. Какая панировка? Панировка, говорит. Панировка, да, панировка была. Панировка была хорошая, на самом деле. Есть! Что-то как-то грустная тема, потому что у нас второй раз умирает сцепление, и это... Ну, это паршиво. Это единственная тачка, на которой дохнет сцепление. И... Надо как-то придумывать эту проблему, потому что... Это, по-моему, единственная проблема у этой машины. Вы сегодня сами видели, как она едет. Едет она на ура. С мотором проблем здесь нет, с коробкой проблем здесь нету. Если у вас были такие проблемы с сцеплением, вы напишите, а мы...
посмотрим, вдруг можно что-нибудь будет придумать, потому что в голову пока это не особо лезет. И вот так вот, блин, в луже, если постоять полминуты, и он сразу дохнет, это, ну, это херня полная на самом деле. Ты можешь открутить и отодвинуть. Там половинки же колокола нет. Ты давай так сделаем. Хотя бы что-то сделаем. Может там сейчас отщелкнем, там что-то выпадет. Не выпадет. А что вытащил? Сюда, вот здесь. Набил из дерьма. Вот он. Его сейчас вытаскивать. А, так проще снять ее, да? Не снимешь. Не снимешь? Стой. Так? Да. Еще долго, еще много. Я там говна. Пирога просто. Ну, в теории вроде как ситуация типа поменялась. Ну, типа, это не точно, поэтому сейчас спускаем, проверяем. Все, классно. Просто ты будешь ехать без не переключать. Ну-ка, понял, на третью или вторая и пошел. Я сейчас не переключал, чтобы ты понял. Она здесь уже тебе стала, ты уже скатился туда. Я вниз поехал. Нет, ты уже скатился. Он сам не поедет. Поставь нейтралку, он вперед не поедет. Не-не, ну ты разогнался, вот ты все. Я, ты когда спустился вниз, ты ехал, ну все, у тебя когда включил, горел. Вот. Все работает. Сейчас обратно. Обратно. Тазик прикрутили. Туда-сюда. И, ну, ребят хотят вперед, поэтому едем вперед. Так, ну давай, мой хороший. Сразу перевернет, я думал, ты хочешь перевернуться. Теперь направо, крути руль. Направо, Жек, направо. Так пусть он прямо едет, если ничего не будет. Вот это яма. Сейчас будет впереди. Фух, как там жестко. Фух.
самок, бери левее. В игре финальный пост. Да. Ребята, видишь, на квадрика приехал тоже справа. Давай, ребятки, я тебя открою. Я сейчас вот за дверью сплю, поднимите себя чуть сюда. Еще сюда, вытащи себя. Во. Вот он сам себя сейчас вытащит сюда. Давай, вот он, давай, вот так. Еще, прям туда поворачивай. Все, ну все, пошло преодолеть эту лужу. Назад. То же самое. Стой. Да там такая глина жесткая. Так, вперед и на правую руку. Нет. Опять? Опять степа. Ну, давай сейчас назад. Может, не настолько, нам пока намокло, может быть. Нет, все. Сколько там жижи? Это все жижи. Вот именно. Ага. Это все каша, и ты это точно не протолкнешь. Даже если бы у тебя степа работала нормально. Сейчас эта машинка поедет, объедет с той стороны, и нас ребёночка подтянет. Нормально. Ребят, прошел месяц с предыдущего ролика. Мы на том же месте. У нас здесь же сдохла тачка. И мы любим дерьмо. Ты видел, сколько там грязи между колес? Блок закрыл. А блок у нас, да? Блок у меня. Просто посмотрите на то, что там внутри. Посмотрите на эту жижу, это просто жесть. Это хана. Сейчас вырвет. Охренеть. Оно моментально замыливается. Это без вариантов было бы. Едем до ближайшей самомойки. Попробуем также скинуть керхером, все промыть. И может сам поедет он в город.
Вот мы только начали, а машина уже на ходу. То есть вот я спокойно выжимаю. Я спокойно езжу.